переносит, но и беременных, будущих матерям. Тише, это просто никуда не годится. Весь мир вкладывает деньги в человека. Это самое выгодное вложение. Не в железяки, не в компьютеры. Человек, его мозги, его способность творить, созидать, создавать продукцию для себя, своей страны. Вот что самое главное. А это образование и здравоохранение. Потому что самое ценное – это человеческий интеллект и его возможность.